Свой паспорт почетный гражданин Пинского района Василий Горошко получал не в торжественной обстановке. Будучи юношей, он даже не знал, что собой представляет этот документ. Его заменили метрики. Конечно, сегодня другие времена. Сегодня человек, есть день Конституции, который не только отмечаем, но и празднуем. И самый, конечно, большой праздник – это для юношей. 14 лет уже человек становится владельцем документа, с которым может и выезжать, и в пределах нашего большого государства, а теперь союзного. Торжественная церемония вручения паспорта ежегодно проходит в Пинском районном исполнительном комитете. Самый важный в жизни документ – паспорт гражданина Республики Беларусь – вручают отличникам учебы, спортсменам и участникам общественной жизни. Для ветерана войны Петра Журкова такие мероприятия всегда волнительны. Он выступает на них с напутственным словом к молодежи Пинщины. Для меня это мероприятие самое дорогое. Как фронтовику, штурмовавшему Берлин, Рейхстаг, и сегодня вручать нашей молодежи паспорта белорусские, документ, который они получат сегодня на всю свою трудовую жизнь. Всебелорусская акция БРСМ под названием «Мы, граждане Республики Беларусь» ежегодная. Оказаться в числе тех, кому в торжественной обстановке вручают паспорт, почетно и волнительно. Мне очень приятно, что наконец-то уже появляется паспорт. Я уже становлюсь полноценным членом общества, что тут собралось много людей, которые тоже очень... Самые лучшие из района, которые участвуют в олимпиадах, получают хорошие оценки, принимают участие в общественно полезном труде. 15 марта – особая дата в календаре белорусской истории. Конституцию страны приняли в этот день в 1994 году. Современная редакция основного документа состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей. Одновременно мы подчеркиваем, как много основной закон дает каждому нашему гражданину, как много у нас прав в демократичном, суверенном, независимом государстве, которым является Республика Беларусь. И в то же время мы сегодня подчеркиваем, что для того, чтобы наше государство было уважаемое во всем мире, мы должны крепить его экономическое могущество, крепить социальную сферу, чтобы здесь принципы гуманизма торжествовали. Кроме паспортов, в подарок все учащиеся получили красочное издание о родном крае и Конституцию Республики Беларусь.